Что вы хотите узнать об Активе? Почему она называется Активия? Чем она отличается от других йогурт? И как работает? Бифидобактерии работают в кишечнике. Но чтобы дойти до него, они должны пройти через кислую среду желудка. Активия называется так, потому что ее бифидобактерии очень активны. Они выживают на пути к кишечнику и помогают пищеварению. Поэтому Активию рекомендует Российская гастроэнтерологическая ассоциация. Думаю, мне стоит купить еще Активию. Активия. Доказанная помощь пищеварению.